в республике, площадку республики Ингушетии для эксперимента сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на их которые брошены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология, потом опять к нам вернутся, и потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике.